Приветствую всех на канале Кефалист. Хроники уже зимы. Гуляем с Эзем. Декабрь месяц, скоро уже Новый год, 20 число. Решили пройтись, прогуляться по нашим местным окрестностям посадки. Это с недавних времен любимое место для прогулки. Цезаря. Поэтому Цезарь нюхает что-то интересное. У нас сегодня в Скадовске была минусовая температура. У меня градусника нет, но показывало, говорят, минус 8. По крайней мере, по Скадовску был очень большой иней. И вот за этим инеем мы пришли поснимать там, где он наиболее красиво выглядит. Цезарь балдеет. Смотрите, что с ним творится. Он очень любит, когда зима, и можно вот так погонять. Цезарь, ты это специально на камеру? Да? Актер? Молодец. Ну, Цезарю нравится. Давайте сейчас посмотрим, какая красота, успели ли мы на эту красоту. Потому что уже вторая половина дня, в первой половине пройтись не получилось, много домашних вопросов. А сейчас мы пройдемся, просто поснимаем, какой иней был в Скадовске. Правда, его уже осталось. Вот он, беленький-беленький. На веточках еще что осталось. Надо поймать, было когда солнца не было момент, но уже вышло солнце и не начал таять. За что я люблю прогулку посадки, это за чистый воздух. Правда, после него почему-то хочется спать. Наверное, много кислорода. Зайцев мы посадки не встретим. Сколько гуляли с Цезарем, видели одного зайца. Несчастного, который
где-то здесь спрятался. Поэтому показатели по посещаемости посадки и пойманных зайцов на камеру, это равняется минус один. Как его поймать, очень сложно. Давайте пройдемся. Тут слегка такое как раз место, и солнце еще не успело добраться, и можно поснимать. Камера у меня немножко замерзла, поэтому для зимних съемок она не предназначена, в основном для лета. Так, ну, как всегда, у нас кто-то рубает дрова. Это обычное дело для наших мест. Сейчас мы выберемся на лужайку, где полно инея. Как раз такая, чтобы белая красота была. Я надеюсь, камера у меня к этому моменту не замерзнет и не появится беленькая точечка посредине экрана. Тогда придется камеру поместить в бокс. Так. И вот мы выходим на то самое место, где еще остался иней. Вот посмотрите, какая красота. Био-био. Вот за этими кадрами мы и пришли прогуляться сегодняшнюю прогулку с Цезарем. Так, Цезарь, веди меня, а то я заблудюсь, потом... О, и заяц! Неужели? Это первая съемка зайца, и Цезарь за зайц. Давай, давай, Цезарь. Вот интрига. Поймает он зайца или не поймает? Первый заяц Цезарь. Не догнал Цезарь зайца, возвращается. Но довольный ужас. Фас, Цезарь, давай. Гоняйся за зайцем, беги. Цезарь, давай за зайцем. Где он спрятался? Смотрите, какая красота. И какой шикарный заяц заныкался в посадке. То походу кору кушал. Кушал как раз заяц. Спрятался он от Цезаря, но он его должен найти. От этого гада спрятать что-то очень тяжело. Но где-то он спрятался за ним. Сейчас он его будет искать. Если Цезарь добычу унюхал, то он ее не упустит. Так, отогрели немножко камеру, продолжаем съемку. Цезарь и заяц. Кто кого? Цезарь, ищи зайца. Ищи зайца. Где тут заяц? Куда поворонил заяц? Ну, заяц сегодня сделал ноги. Но камера, я надеюсь, не получилось его заснять. Не ожидал заяц, сегодня Цезарь. Так, давайте посмотрим, что у нас еще тут интересно. В нашей прогулке с Цезарем. Так, грибы какие-то. Уже подвявшие. Уже, как говорится, подгулявшие. Замерзшие. А. Цезарь ищет зайца. Что-то унюхал. Ищет и ищет. Он не успокоится. Это я его знаю. Цезарь, есть одна хорошая привычка. Вот смотрите, какой иней. Красота какая. О, когда что-то упадет, какая-то ням-ням для Цезаря, он не успеет поймать, упадет на пол. Цезарь без разрешения никогда не возьмет.
будет сидеть, скулить, ждать команды. Когда разрешат ему, вот тогда он только... О, о, что творится? Цезарь! Где заяц? Так, вот давайте посмотрим, какая у нас красота. Идеальный кадр. Бело-бело. Так. Теперь посмотрим, что у нас еще тут есть интересного. Ой, какой свежий воздух. Прям вообще круто. Какие-то грибы. Не знаю, что за грибы, но... Что-то растет. Костер потухший когда-то. Очень давно. Давайте поснимаем иней сблизка. Вот примерно вот такой же иней был у нас сегодня в городе. Понижение температуры резкое. И можно наблюдать очень интересные, красивые такие моменты в нашем городе. Весь город тоже был покрыт инеем, но завтра уже его не будет. На завтра обещают потепление на ближайших дней 7. И уже такой кадр поймать будет сложно. Был немного скадовский снег, но снег такой на один день и оставил. Наверное, как и иней. Но тем не менее, мы что-то успеем снять. Смотрите, что творится. Кого-то он там в траве учует. Или он ищет хозяина. Да-да, как успехи. Поиски? Хорошо. Продолжаем поиски зайца. Где он от тебя спрятался? Бедный заяц. Один на всю посадку. И Цезарь на него еще охотится. Какая-то тропа. Вот давайте пройдемся по этой тропе. Как раз симпатично тут все выглядит. Круто. Напишите вот комментарий, с чем у вас ассоциируется зима в Скадовске. Или вот сегодняшняя прогулка с Цезарем. Впечатление. Заяц, конечно, мы видели со спины, мимолетом. Я надеюсь, он в кадр попал. Но Цезаря он точно за что-то живое затронул. Охотничье. Не догнал Цезаря зайца, но тем не менее, молодец. Фотоохота с Цезарем у нас сегодня удалась. Поснимали вот посадку мы. Морозную посадку. Холодно, прохладно и по-своему хорошо, приятно. Еще будут съемки, я жду первого снега. Расскажу о том, как надо правильно закаливаться на море. Расскажу, как подбирать правильный режим, по которому нужно ходить на море, закаливаться, купаться. Как я сам пришел к этому и... Непосредственно, почему мне это нравится и что это дает. Потому что если ты начал, попробовал один раз это удовольствие, этот процесс, это наслаждение от холодной или жаркой, правильнее сказать, зимней морской воды, море,
зимнего моря, то уже бросить эту привычку сложно. Я каждый год уже в течение последних 7 лет хожу на море и купаюсь именно в зимний период. И вот расскажу вам, как это правильно делать, чтобы не было никаких последствий для здоровья и насколько это полезное и увлекательное занятие. Но чтобы хороший был кадр, надо подождать хороший снег. Когда выпадет снег, когда будет немножко лед, вот тогда стоит снимать сюжет об этом замечательном занятии. А пока мы будем снимать то, что можно снять зимний период. О сезоне рыбалки прошлом и о том, как у нас проходит зима в Скадовске. Так. Какие-то грибочки есть зимние. Я уже думал, ничего тут такого не осталось. Кроме травы и спящих деревьев. Так. Такая вот у нас сегодня прогулка с Цезарем. Перед потеплением в декабре месяце. Сегодня вот 20 число. Насколько я не ошибаюсь. Вот мы ждем. Накануне вот Нового года решили снять такой небольшой сюжет о том, как проходит зима в наших краях. Иней, немножко снега иногда бывает, ненадолго, и немножко мороза, который тоже иногда бывает и ненадолго, как для декабря месяца. Если под Новый год у нас выпадет снежок, то это просто будет чудо. Это большая-большая редкость. Когда такое случается? Так. Да. Прикольно. Все бело. Полноценная зима в Скадовске. Вот интересно было поснимать здесь, когда выпадет снег. Такой хороший снег, когда его будет много. Вот тогда здесь, наверное, будет по-особенному красиво. Если у вас есть желание увидеть такой сюжет, напишите в комментариях. Я как-то организую прогулку с Цезарем и снимем сюжет о том, как бело-бело в наших краях именно снежную-снежную погоду, когда много-много снега. Снежную зиму. В этом году еще будет сюжет посвящен рыбалке. Что успею, выпущу. Что не успею, перенесу на следующий год. Накануне начала следующего сезона, который под большим вопросом, правда сказать. Сезон рыбалки в следующем году, я не знаю, состоится. А если состоится, то как? Ну, посмотрим. Может, какой-то будет. Так, сейчас мы перейдем в другую часть посадки. А здесь уже не так бело. Это мороза меньше. Даже не так прохладно. Чуть-чуть беленькая трава.
Так, мы сейчас сделаем подкормку Цезаря. По традиции он у нас любит блинчики. Покормим Цезаря блинчиком. Посмотрим, как Цезарь пыряет. Да, Цезарь? Он уже проголодался, охотник. Гонялся за зайцем, надо его, называется, подбодрить. Лови блинчика. Красавчик, молодец. Так, мы дальше еще Цезаря чуть-чуть попозже побалуем блинчиком. Сегодня заряд камеры у меня заканчивается. Поснимаю немножко какие-то красивые моменты. Обязательно ставлю сегодняшний сюжет. А всем спасибо за просмотр. Если вам понравилось, поставьте лайк. Если не понравилось, напишите свой комментарий, что вы хотели бы улучшить в сюжете. Обязательно учтем их в следующих сюжетах. Цезарь сегодня постарался, побегал за зайцем, даже нашел зайца, но не догнал. Но это даже к лучшему. Всем спасибо за просмотр, поставьте лайк, подписывайтесь на канал. Если хотите увидеть зайца в следующем сюжете, напишите в комментариях. Также не забываем смотреть мои другие сюжеты о Скадовске, о том, какое было лето в нашем городе. Осень, и вот такая вот у нас зима.